Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля. И сегодня я хотел бы начать новый очень большой блок, и я хотел бы поговорить в нем о церкви и политике. Вообще о политике, что это такое. Можем ли мы участвовать во всех этих процессах или не можем? И если можем, то насколько глубоко мы можем в это погрузиться? И сегодня я хотел бы ответить на один главный, на мой взгляд, вопрос. Или, может быть, он не фундаментальный, но с него стоит начать. Что такое политика? Вообще, это слово произошло в Древней Греции, и корнем этого слова является слово «полис» или «город». Дело в том, что греческие города изначально формировались как демократические в какой-то мере государства, в которых мог принять участие в управлении практически каждый, кто имел на это право. Так вот, система, способ и метод управления городом и называется политикой. Не управление людьми, не управление процессами экономическими, а управление городом. Именно управление. Итак, политика – это система управления городом или государством.